новенькие отечественные автомобили марки Гранта и Патриот, припаркованные на автостоянке. Врачи могут отправиться для выполнения своей миссии хоть сейчас, а именно для оказания первой медицинской помощи. 21 единица автотранспорта Минздравом региона закуплена в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» для медучреждений республики. Сунжинской ЦРБ, к примеру, выделили 3 таких машины. Данный транспорт предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи нашему населению. То есть будут обслуживаться вызова, которые передаются нашим населением. Участковые доктора будут выезжать, оказывать необходимую помощь. В случае необходимости жители отдаленных районов будут доставляться в медицинское учреждение для оказания той или иной помощи. То есть для обследования, для консультации узких специалистов. Соответственно, у нас и оказание медицинской помощи улучшится, поскольку транспорт появился, быстрее будут обслуживаться вызова, качество работы, конечно, улучшится. За руль единственного УАЗа «Патриот» в этом списке сядет Резван Гандалоев. Машина будет курсировать по Малгобеку, в том числе и в труднодоступном поселке Бековичи. Всего в рамках программы для Малгобекской ЦРБ выделено 3 машины. Эн скорежер, толгайер, 97-го года мацан машин, хуёл жа машин, цуханр машин, хани, иш тишен, таяни. Ханзе цан машины жахка. Хау, вызовыш, тавод мэттеге, лорж дабыг беш, вавеш, вахвеш мэттеге, де, хана, баонца, де, хана. Ахты да, вах ахты, удобно да, да, легко вой, кыши и ере юатсыш, де, хана. Деге машин, бада, деш, долды машин, иш тегеш на лилы, машин, ше, де, хот мацалра. Лохи халдоу деш, о, 300 я аж мэттеге житха деян, бейкю че же аж. Цик халва гаяттеж, емашен деян, везде ход халра, мэтча да юот. Юх деян деян, мэттег яс дал, хаккала, няхаш талха, 20 мэттегеш ми. Мэйри да дахи, гулок дахи, обслужит деш аж деян, могуш башна, обслужит деха до. Резван рассказал, какие трудности испытывали до обновления автопарка больницы. Тыш хамаси хана деян, ахни атхаш, ехи ехи, усыш деян. Вауал, у нас ранее вошел хили, деш, эн машин ехи, деш, совещание алба, лор, авалючи. Со слов заместителя министра здравоохранения Республики Магомеда Падиева, по 3 единицы автотранспорта будут переданы в основные районные медучреждения республики, а в медицинские организации в населенных пунктах, где проживают менее 50 тысяч человек, по 2 единицы. В настоящее время все наши медицинские организации обеспечены транспортом легковым автомобилем для оказания доступности первичной медико-санитарной помощи, а также качество оказания качественной медицинской помощи. В рамках программы модернизации первичной звена не только приобретение автотранспорта, будет осуществляться даже строительство, ремонт, реконструкции больниц, поликлиник, а также приобретение другой медицинской техники, как по реабилитации, так и по сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть эта программа подразумевает развитие здравоохранения нашей республики и улучшение качества его обслуживания. Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта здравоохранения предполагает улучшение качества медицинского обслуживания граждан по нескольким подпунктам. В прошлом году и в этом году также закупили медицинское оборудование по реабилитации. Это Жиратская районная больница, Ингушская республиканская больница. В настоящее время в этом году закупается оборудование по реабилитации, это Карабулакской городской больницы. Машины, переданные Джайрасской больнице, Малгобекской, Сунжинской, Назрановской и другим медицинским учреждениям, уже выезжают каждая по своим районным центрам и населенному пункту. Медработники теперь могут быстро доехать до больных и оказать медицинскую помощь, не упуская золотые минуты. Адам Ережков, Демалил Султыгов, Магаз, 24.